Ребятушки, посмотрим, как выглядит самый лучший номер для одноместного размещения в отеле «Азимут» на Смоленске. Так, блогерам, всяким крутым чувакам для канала со Славоном и Юльком специально предложили номер на 17 этаже. Сказали, где открывается умопомрачительный вид на Москву. Так вот, смотрим вот этот вот вид. Это 17 этаж. Выше только люксовые номера. Вот вид на МИД, Министерство иностранных дел, отель «Золотое кольцо» и Москва-река. Вот такой вот, ну, очень хороший вид. Так, ну а дальше все стандартно. Правила проживания, кровать, вешалки, сейф, мини-бар. Так, здесь стандартно все. Душевая кабина, шапочка, душ-гель, мыло, лосьон, туалетная бумага, два маленьких полотенца, два больших полотенца. Все стандартно, чистенько, уютненько, неплохо. Спасибо. Так, здесь что у нас еще? Губка, салфетка для обуви, лопатка, тапочки. Ну и, в общем-то, все. Дополнительно можно заказать зубной набор, косметический набор. Это беруши должны быть и набор для мытья. Завтрак в отеле «Азимут». 5 видов сока. Новинка. Морковный сок свежевыжатый, томатный. Морковный заходит, все пьют. Так, куриный бульон. Здесь все как обычно. Стоят все эти штуки. Можно там добавлять. Каша овсяная на молоке, яички, сырники, так. Цветная капуста, вот эти вот все берут, типа наших драников, колбаски, омлет, здесь всякие специи, вот, красная рыбка, супер. Набор мясных изделий, сыр с плесенью, сыр обычный. Так, смотрим здесь фруктов, овощей. Это овощи, фрукты на другой стороне. Вот, порционные йогурты. Так, тут, короче, у нас кофе. Все нормально, чай, опять кофе. Тарелочки, сухофрукты, фрукты, ананас, апельсин, грейпфрут, киви, короче, большой выбор, только ананас ем тут. Так, орешки, все хорошо, изюм. Так, это варенье, мед, нутелла, смотрите, такая банка. Так, ну вот булочки, хлеб. Ну вот как-то так выглядит завтрак в отеле «Азимут».